В эколого-просветительском центре, который находится в 15 километрах от города, для отдыхающих ежегодно проводятся познавательные экскурсии. Прогуливаясь по экологической тропе, туристы узнают об уникальности этих чистейших озер, знакомятся с видовым разнообразием местной флоры и фауны, целебных свойствах растений и грибов. Чака полезна своими такими уникальными свойствами. Оно защищает иммунную систему, от кашля полезно, при простуде очень вкусный и оздоравливающий чай. На территории эколого-просветительского центра также представлен этнографический уголок, где гости узнают больше о культуре коренных малочисленных народов Севера. Здесь можно увидеть хантыйскую печь Нянькур, зону для национальных игр, лабаз, колодец желаний, декоративную деревянную изгородь с очертаниями обитающих здесь краснокнижных птиц. Народный мастер России Николай Тасьманов нынешним летом также украсил входную зону здания центра, обновил мангальную зону. Отметим, что ежегодно этот памятник природы посещает более 3000 туристов, как из числа местных жителей, так и гостей Белоярского района. Хватает народу. В основном приезжают вот северянки, привозят, пенсионеров много привозят. С округа пенсионеры, и они, конечно, удивлены нашим озером. Показываем, рассказываем, делятся своим опытом. Также школьников много бывает, привозят. Ну, хватает людей. Тематическое обустройство территории эколого-просветительского центра будет продолжаться. До конца осени сотрудники парка Нумто планируют завершить оформление чума, внутри которого будут все необходимые атрибуты хантыйского быта. Александра Плескач, Егор Кабаков из Белоярского, специально для телекомпании «Югра».